Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 18 сентября. Сегодня мы с вами поговорим и посмотрим на мандарин, с посадки которого прошло 9 месяцев. В мае месяце подопечный был вынесен на лоджию, и очень ему там понравилось. Рос он в окружении томатов черри. И это соседство его нисколько не смущало. Ничего с мандарином за этот период я не делал. Только поливал по графику полива томатов. Растение достигло 35 сантиметров, и я принял решение его обрезать, на пяток укоротить. Собственно, сам процесс вы и наблюдаете на видео. Теоретически мандарин должен пустить ветки после этой процедуры. Буду наблюдать и обо всем вам рассказывать. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!